привет! В эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». И обо всем самом интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю, вы узнаете прямо сейчас. Ну что, Марин, я думаю, наша сегодняшняя программа практически целиком и полностью будет посвящена празднованию Дня города. И не только, Ирина, не забывай, что наш город отметил также еще одну дату – это День воздушно-десантных войск. И в связи с этим мы побывали на таком нестандартном мероприятии, где десантники не только традиционно ломали кирпичи об голову, но и танцевали вальс. Вопреки ожиданиям многих жителей нашего города, День воздушно-десантных войск прошел относительно спокойно и торжественно. Праздник ВДВ для Рязани значит не меньше, чем, например, Новый год, и отмечают его, пожалуй, с таким же размахом. Уже в первой половине пятницы возле центрального спортивного комплекса можно было наблюдать скопление народа, нетипичное для этих мест. Люди подтягивались целыми семьями, разбавляя стройные ряды голубых беретов. Выставка военной техники у входа на стадион вызвала сильный интерес у самых юных рязанцев. И мальчишки, и девчонки абсолютно бесстрашно покоряли технику, лезли на крыши машин через открытые люки и гордо позировали вспышкам фотокамер. Большая школа дается, кто отслужил в десантных войсках, поэтому они так чтят этот праздник, уважают. И девиз, как говорится, десантников никто, кроме нас. Поэтому только уважение и, как говорится, заслуга большая, ребята эти, которые прошли данную службу. Праздник стартовал на самом стадионе. Здесь гордость нашего города, десантники, продемонстрировали свои способности в мирных условиях. Не обошлось и без традиционного, знаменитого на всю страну, разбивания кирпичей. Восторг у публики вызвал захват боевиков десантными войсками. Канонады выстрелов, мускулистые бойцы и спуск на канате. Разве могут супергерои оставить кого-то равнодушным? Статус оружия с первого выстрела уничтожен водителя транспортного средства и прикрывает действия своих товарищей. Используя прием рукопашного боя, разведчики без труда уничтожают ошеломленного противника и захватывают автомобиль. Когда прямо на стадион стали спускаться именитые спортсмены-парашютисты, один за другим, в арсенале которых немыслимое количество прыжков – 12 тысяч, 9 тысяч, 4 тысячи – стадион взорвался. Наверное, аплодисменты были слышны на другом конце города. Спортсмен 309-го центра специальной физической подготовки и выживания. Победитель международных соревнований совершил более 9 тысяч прыжков с парашютом. Ну а гвоздем программы стал новый номер – вальс курсантов и девушек из губернского бала. Впервые мы делаем вальс совместно с училищем, воздушно-десантным училищем, и как-то вот готовимся к этому буквально за 4 репетиции. Такими огромными усилиями поставили большой показательный вальс. Ну, несколько хореографов работают. Вот мы набирали девчонок, готовили ребят, кого-то обучали даже после репетиции, показывали. То есть это огромная такая масштаб работы проделана. Скажем по секрету, из этого вальса получилось немало романтических историй с продолжением. Скорее всего, отныне вальс станет хорошей праздничной традицией. Сегодня на бал выпускной лейтенанта зовет наш оркестр духовой, и летят благородному сердцу вдогон. В связи с празднованием Дня города работа у нас, конечно, прибавилась. Сами понимаете, все мероприятия мы снять не смогли, но зато побывали на фестивале уличных музыкантов, который в этом году прошел в нашем городе уже в третий раз. И, как мне кажется, стал самой душевной частью праздника. В этом году третий по счету фестиваль уличных музыкантов не только получил официальное название «Подбелка», но и собрал на улице Почтовой максимальное количество гостей. По пути из одного конца улицы в другой каждый пришедший встречал друзей и наслаждаться музыкой шел уже в шумной компании. Я на такие мероприятия зачастую хожу для того, чтобы встретить людей, которых я очень давно не видел. Здесь всегда это получается. Ну а самое главное, встречи друзей сопровождались отличной музыкой. На нескольких сценах те, кто называет себя уличными музыкантами, поднимали настроение горожанам всем известными хитами. Не похоже на... Не слышно? И композициями собственного сочинения. По ночному проспекту приглашу погулять без последствия, и мы будем дышать этим небом до самой зари. Группа
эго известна рязанцам уже давно. С 2004 года именно тогда она и была образована. Веселые ребята во главе со своим бессменным солистом Геннадием радуют горожан позитивными композициями, которые они исполняют в клубах, на концертах и вот на таких открытых площадках. В фестивале уличных музыкантов группа «Эго» принимает участие уже второй раз, ведь подобные выступления дарят море позитива как зрителям, так и самим музыкантам. Во-первых, у этого мероприятия очень хорошая идея, поставлены задачи и цель. Таких мероприятий, может, я знаю, в Питере такие проходят мероприятия. Вообще, может, во многих городах проходят фестивали уличных музыкантов, но это очень. Раньше были опен-эйры, там где-то рок-группы, где-то брейкеры, где-то рэперы, как-то вот все. А здесь все. Улица, музыка, позитив, настроение, люди. Ну, это праздник, это праздник. На фестивале уличных музыкантов в этом году группа «Эго» исполнила композиции собственного сочинения. А вот ребята из Pro Beatles Band порадовали рязанцев известными зарубежными хитами. Знаете, на открытых площадках всегда приятно выступать. Особенно летом. Да, собирается много людей. Здесь даже и за бесплатно в кайф поиграть. Вообще, людей порадовать и самим засветиться лишний раз. Помимо хорошей музыки, на фестивале читали стихи, показывали фокусы, и даже самым маленьким нашлось занятие. Они реализовывали свои фантазии в рисунках на асфальте. В общем, праздник, как и положено, получился красочным и радостным благодаря зажигательным ритмам и позитивному настрою всех его участников. Вообще, мне кажется, что в нынешнем году празднование Дня города стало каким-то особенно музыкальным. Да, действительно так. Ты знаешь, что именно в эти дни в наш город приехал проект телеканала «Перец», продюсеры с «Большой дороги». И здесь они выбрали самых талантливых для участия в московском концерте. Найти золотые голоса и яркие песни, которых Россия еще не слышала, именно такую задачу ставят перед собой авторы проекта «Продюсеры с большой дороги», которые готовятся к запуску одним из наших партнеров телеканалом «Перец». Для этого трое серьезных ребят Жека, Миша и Серега колесят по всей стране, устраивая в разных ее уголках отборочные туры. Не обошли они вниманием и наш город, причем приехали к нам в выходные, когда Рязань праздновала свой день рождения. Несмотря на это, участников было предостаточно. Для кого-то это шанс пробиться на большую сцену, для кого-то возможность выступить с композициями, которые сегодня принято относить к шансону. Я заинтересовался просто вот самим проектом, потому что на других посмотреть, себя показать, в общем-то, да, посмотрите, как интересно живет в нашем городе вот этот жанр шансон. Чем он дышит, о чем люди думают. Сегодня многие спорят, что именно можно отнести к шансону. А вот одна из участниц, Нинико, считает, что шансон – это песни о том, что человек сам пережил в своей жизни. У меня все песни, все 300 или больше, они все написаны о том, что у меня было в жизни. Поэтому это можно считать шансоном. Серые тучи, синие дожди, он самый лучший. Нинико стала одной из тех, кого продюсеры отметили на этом проекте. Правда, девушка живет не в Рязани, а в Московской области. Оказалось, что на рязанский отборочный тур приехали исполнители из еще более отдаленных уголков нашей родины. Так, например, Александр прибыл к нам из Уфы. Самая большая моя цель, наверное, это исполнять свои тексты. Вообще-то я поэт, я не столько музыкант, сколько я пишу стихи. И у меня огромное количество стихов на совершенно разные темы. У меня 18 сборников стихов. Вот, я с удовольствием их исполняю под гитару. У меня есть профессиональные аранжировки на мои песни. Вот. А здесь я просто хочу поучаствовать, мне это интересно, посмотреть других исполнителей, вот, поучиться у них. Конечно, подобные проекты не раз запускались на федеральных каналах, но особенность этого шоу в том, что отбирают лучших не профессиональные продюсеры, а самые обычные люди. У нас продюсерами стали обычные люди. Ну, как обычные люди, они артисты, но их интерес, скажем так, не заработать кучу денег. Их интерес поднять и вытащить людей, которые умеют и хотят петь, самое главное, они талантливы, и показать их всей стране. Продюсерам с «Большой дороги» еще предстоит поколесить по стране. Ну а победители отборочных туров отправятся в Москву, чтобы на гала-концерте сразиться за главный приз – путевку в Геленджик.
Но помимо стандартных традиционных мероприятий, к которым рязанцы уже более или менее привыкли, прошли и особенные такие, оригинальные. Вот на одном из них я побывала. Ты знаешь, впервые в жизни мне посчастливилось увидеть закрытый показ дизайнерской одежды. В то время как многие горожане наслаждались зажигательными ритмами фестиваля уличных музыкантов, поклонники моды посетили клуб «Джой», где свою коллекцию под названием «Сильные и слабые» представила молодой дизайнер Мирта Велес. Причем это был не просто показ моды. Через свою коллекцию Мирта попыталась рассказать зрителям историю превращения хрупкой девочки в сильную женщину. Она влюбляется, она проходит закалку различными испытаниями, разочарованием в любви, очарованием новой влюбленности. Потом она понимает, что в жизни надо быть твердой, стойкой, сильной. И показывает в конце себя самым сильным человеком. Это женщина, современной сильной женщиной. Как призналась сама дизайнер, на создание этой коллекции повлияло творчество Рэя Брэдбери, а именно его роман «Из праха восставшие». В нем рассказывается о непростой судьбе мальчика, жившего в семье, в прототипе буквально-таки семейки Адамсов. В ней рассказывалось о непростой его жизни, потому что все, кто окружал его, обладали какими-то сильными сторонами, а он был слабым, потому что он был человеком, но потом он понял, что в этом его сила. Так и здесь, в данной коллекции, девочка сначала думала, что она слаба сама по себе, потому что она девочка. Но потом она, пройдя через этап становления, понимает, что она сама по себе сильный человек, потому что она женщина. Вся коллекция объединена идеей, но не материалами или цветовой гаммой. Для ее создания использовались как традиционные – шелк, хлопок, шифон, так и более необычные материалы, например, лаке. Цветовая гамма также разнообразна от кипельно-белого и молочного до черных и агрессивных красных оттенков. По словам Мирты Велес, одежда из ее новой коллекции не предназначена для повседневной носки. Это скорее одежда для вечеринки, для тематического вечера. Есть некоторые платья, которых мы вполне можем выйти вечером в город, это шик-кажуал. Есть вечерние платья, в которых вполне можно пойти на мероприятия, в ресторан, в театр и так далее. Ну и достаточно эксцентричные, очень яркие, можно сказать, вызывающие наряды скорее направлены на то, чтобы подумать над образом женщины, нежели чем просто надеть его куда-либо. Зрители смогли насладиться не только видом элегантно одетых девушек, но и световым шоу от Арины Романовой. В целом фэшн-показ, как и любое другое мероприятие в клубе «Джой», прошел в теплой, дружеской атмосфере. Знаешь, Мария, мне кажется, это уже входит в традицию. Наша программа заканчивается, а дождь начинается. Поэтому я предлагаю быстрее бежать отсюда, пока мы не промокли. Ну что ж, а мы увидимся с вами в калейдоскопе новых интересных событий ровно через неделю. До встречи! Эксклюзивно! Только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость или дивные локоны. Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Полетаева, торговый центр «Кристалл», второй этаж. Телефон 99-26-92. Твой обычный день в офисе. И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что, что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил. Детское сиденье. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию, получается.